Я, Богдан Степан, хочу рассказать об уроженце Чебулинского муниципального округа Дмитрии Григорьевиче Буланакове, полном кавалерии Ордена Славы. Родился Дмитрий Григорьевич 22 февраля 1914 года в деревне Куракова. В феврале 42-го был призван в армию, был командиром отделения стрелковой дивизии. В бою на Карельском перешейке в составе стрелкового отделения отбил 5 атак противника, был ранен. Награжден орденом славы 3-й степени. При освобождении Эстонии в бою за населенный пункт Яловары под огнем противника повел в атаку взвод. За отвагу был награжден орденом славы 2-й степени. В боях на западном берегу Вислы лично уничтожил самоходную артустановку противника и, командуя взводом, отразил 4 контратаки, награжден орденом славы 1-й степени. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды медалью за отвагу. После войны работал на опытном заводе машиностроения в городе Фрунзе. Умер 8 ноября 1975 года.